Короче, у нас тут небольшой вечерний шабаш. Старые приключения. Мы с Малыхой уже в Вилдоктерс. Малыха уже поднялась над уровнем земли. И сейчас мы будем с ней работать. Работать мы сегодня будем по двум сторонам. Впереди мы меняем колодки. Нахуй это Брембо. Ставим мои любимые хавки ХП+, потому что хавки делают вещи. Вот такие вот малыши со смазками и всеми делами. А вот то Брембо, что там стоит, это полнейший кал. Ну вот так мы будем работать по переду, а по заду мы перепрессовываем ступичные. Нахуй этот сад ебучий. Теперь у нас будет работать НТС. Получше, чем НТВ. Короче, ладно, я шучу. Говорят, что они получше, ходят дольше гораздо в разы. И вообще, типа, это китайский джапан, жапень XL. Видно вам, не видно, не знаю. Еще мы возвращаем датчики АБС и всю заморочку с вот этими чудесными кольцами АБС вместе с проставочками. Короче, все это дело сейчас на заднюю ось. Ну и, собственно, все должно быть хип-хоп. Погнали. Колесо я уже скинул. Сейчас по классике откручиваем проставочку. Потом суппортинушки. Кидываем тормозной диск. Потом надо подлезть с той стороны, вытащить привод. После того, как открутим центральную гайку. И, естественно, потом отстрелить четырехболтовые движения, связанные со ступичным подшипником. Ну и, собственно, ступица в сборе, так сказать, выйдет сюда вперед. Ну а пока откручиваем проставочку с помощью вот такого нестоящего приспособления. И ключа на 14 откручиваю привод. Эть. Одевайся, одевайся. О. Короче, надо двумя руками, одной сложно очень. Очень-очень сложно. Можно убиться. Чуть не убился уже. Ну вот, изнутри открутил уже от редуктора, от хвостовиков привода. Сейчас буду непосредственно с центральной гайкой работать, чтобы это все открутилось. Тем временем Кирилл скинул передние колодки. Мои чудесные Брембо. Практически нульцевые. Вот это вообще как будто совсем навьё. Внутренняя все-таки работала получше. Мы выбрасываем. Потому что они себя очень плохо зарекомендовали. Я поэкспериментировал, но не прошло. На их место встают вот такие красивые хавки. Просто идеальные. И вот они точно будут вгрызаться в этот тормозной диск. И идеально останавливать мою машину. Смазка красная, значит гоночная. Колодка раз и в залете. Блин, сейчас так тормозить будет. Хавки делают вещи. Или как правильно, Кирилл? Хок. Хок? Кей? Окей? Тони Хавк. Мне нравится хавки мне их называть. Думаю, что так правильно. Ну, лично для меня. На всей этой центральной лабуде я терпеть не могу вот эту вот дурацкую. Как она правильно называется? Шпонка. Ненавижу ее. Ненавижу шпонку. Да. Вылезай, вылезай. О, ну тут у меня модная корона. Шайба в виде короны. Ну и здравствуй, 36-я. Yeah, baby, yeah. Блин, гайковерт вот этот огонь. Хочу себе такой же. Чтоб баловаться. И светит в глаза. О, еще и дует отсюда. Кайф. Да, моя красота. Вернул. Хавки. Хоуки. Так хоуки или хавки? Хуки. Хуки? Хуки, хуки. Хуки, хуки. Бля, как мы сейчас будем тормозить вас. Очень доволен. Люблю, когда хорошие тормоза. Вот ко мне напомнишь, пришел Ваня. Мне кажется, уже ночью его разбуди, он узнает, как откручивать правильно эти суппорта. Что один, что второй. Там есть фишка, нельзя перепутать болтики, а то они закрутятся. Но Ваня это точно знает, я ни разу не делал, поэтому отдал эту тему ему. Сейчас он открутит там пару суппортов, потом здесь пару суппортов. Привод я уже снял. С той стороны привод не выскакивает, потому что надо снять выхлоп. Ну а дальше манипуляции, махинации, замеряния, охерения. И, может быть, сегодня АБС работает. Я на это надеюсь. Все, дальше колодки держит. Помогай, Вань, с той стороны. Ну что, моя тупица, хуюпица. Сейчас мы тебя будем демонтировать. Сейчас она у меня в руках окажется. Буду убирать дебильные длинные шпильки, менять подшипник. Короче, сейчас будут манипуляции с ней неплохие такие. Давай, Ваня, давай! Красавчик. Говно. Сад. Никогда не берите сад, но либо берите в тот момент, когда нету ничего другого, чтобы ездить. Вот я, например, в итоге 4 подшипника пил вроде. Да, да, да. И убил 2 или 4. Да, короче, неважно. Не берите сад никогда. Но вот тогда в наличии ничего не было, а ездить хотелось, пришлось взять, поэтому сейчас меняю. Но так как у меня еще заморочка с АБСом, ничего страшного, я был к этому как бы готов. Так что вот. Но сад не берите никогда.
как обычно, кокастом не прошел. Поэтому у меня точильный камень и АБС-ное кольцо. Все-таки чуть-чуть неправильно я рассчитал. Надо срезать его прям до последнего миллиметра. Ту проставку, которую мы сюда делали, она теперь не подходит из-за того, что у диска, у АБС-ного кольца совсем маленький захват, его начинает гнуть в разные стороны. Поэтому я пошел другим путем. Вот привод, на котором уже стоит АБС-ное кольцо. Я поставил непосредственно само АБС-ное кольцо и потом его просто поджал вот этой проставкой, которая между приводом и АБС-ным кольцом. Вот получилось как-то так. Конечно, немножко кривовато оно встало. В общем, лучше у меня уже не получится, поэтому оставляю все так, как есть. На вид работоспособно. Но по миллиметрам я немножко просчитался, и приходится сейчас увеличивать шайбу, которую я хотел ставить между приводом и подшипником. Она у меня 4 миллиметра, а теперь надо 6, чтобы все влезло. И еще надо замутить как-то датчики, перевернуть. Короче, нормальный заплет на заплете. Попросил Кирилла увеличить шайбу на 2 миллиметра. Благо, я тогда вырезал подступицу, но они мне не нужны. Я посмотрел, там все ровно. И, короче, мы сейчас их вот так вот воедино, чтобы увеличить расстояние между приводом и ступичным подшипником. Сейчас он поставит точечку здесь и потом точечку на этом, чтобы они жили вместе. Как кастом, как я тебя люблю. Но если все будет работать, это будет просто АБС в деле. Не знаю, как обычно снимают старый подшипник, но я частично его разбираю. Потом приходится делать пропил вот такой вот, чтобы освободить ступицу. Не знаю, может, есть какой-то специальный съемник, но я рот ебал вообще. Каждый раз вот болгарином подпиливать свою ступичку. Вот, кстати, это колечко проставочки, которое я хотел сделать двумя, но, посмотрев, что все ок, оставлю одно. Что, берем новый подшипник, идем прессовать. В обратной последовательности. В обратной последовательности. Залетел назад привод, суппорта, поставили туда проставочку пожирнее, 6 миллиметров. Какой-то ход есть, но, конечно, он очень маловат. Ну, что имеем, так сказать? Поэтому что? Сейчас будет прям... Главный вопрос, станет ли туда датчик, и если нет, то да и хер с ним. Хотя бы подшипники поменял. Ну вот, дело дошло и до датчиков. Отпилил тут ухо, которое крепежное, потому что мы датчик будем разворачивать. Раньше он работал вот так, а теперь он будет работать вот так. Поэтому крепежное ухо пришлось перепилить. Сделал такой мини-кронштейн, который будет, в принципе, цепляться и прикручиваться с другой стороны. Я думаю, никуда датчик не денется, поэтому ставим так и молимся, чтобы все заработало. Ну вот она, финальная стадия. Кирилл накидывает колеса. АБС-датчики я прикрутил. Не знаю, упирается там что-то или нет, но надеюсь, что нет. Надеюсь, что они сейчас заработают и будет кайф. Подшипники поменены, передние тормозные колодки поменены. Я немного доволен собой, потому что принимал в этом одно из самых главных участий. Вот на финише мне Кирюха помогает. Главное, чтобы это все заработало. Лампочка АБС погасла и АБС заработала в штатном режиме. Очень на это надеюсь. Вы спросите, зачем мне на корче АБС? Объясню в трех словах. Я жирный, тачка жирная. И мы вместе, когда едем, не тормозит. Ну реально, просто колодки начинают тормозить. Ну а потом они совсем сжимаются, блокируется тормозной диск, и тачка просто скользит, как по рельсам. Это не Жигули, это почти 2 тонны веса. Она весит 1650 сама, плюс я 120. Плюс 2 колеса в багажнике, плюс пассажир, плюс бак бензина, плюс вся фигня в машине. Короче, там по 2 тонны. Да-да, она очень жирная, по 2 тонны дрифта. И без АБС, ну никак нельзя. А с АБС она идеально тормозит. И тормозит даже лучше, чем жиги зимой по снегу. Ну, не по льду, но по снегу так точно. Так что лишь бы все сработало. И на этом должна эпопея быть закончена. Впереди только дрифт. Если честно, не знаю, как это работает. Но вот там вот была желтая лампочка. Надеюсь, она сейчас погаснет. Вот та вот АБС. Нет. Да, да, да. Она погасла. Это первый звоночек к тому, что датчики на месте. Ну и теперь надежда, что все будет работать. Ну что, мой хороший, вы видите лицо грустного человека? Потому что вот там вот датчик АБС, походу, горит. Значит, что-то произошло либо с датчиком, либо с датчиком. Возможно, датчики очень близко и стерлись уже об наши чудесные АБС-ные кольца. Ну, либо я хрен знает. Может, кстати, разъем справа, разъем так себе, может, он разъединился. Но я... ничего не узнаю, пока не разберу это дело снова. Скорее всего, завтра посмотрю, и там будет понятно. Да, немножко недоволен сложившейся ситуацией, но я поборю все, я ж не зря борщ. А сейчас мы все равно едем катать.
Холодные ночи в Санкт-Петербурге в минус один, что в кофте замерзаю. Но это не важно. Короче, у нас тут небольшой вечерний шабаш. Главная ведьма, конечно же, Леша, наш РДСничек, на своем Скае. Немножко японской префектуры. Ну и, в принципе, мое отличное настроение. Сейчас поедем, проедем по разведчикам немножко. Дадим одну, вторую, третью. Ну, думаю, на третьей уже не надоест, можно домой спать. Так что что, погнали? Хотел вам напомнить, что данный ролик был выпущен при поддержке компании OneX. Ссылочка, как обычно, в прикрепленном комментарии. И при регистрации юзайте мой промокод BorschStory. Он дает вам до $100 на первый депозит. Ну и что, погнали дальше? Но я с гораздо большей скоростью иду. Не, нормально. Мне понравилось, работает.
вообще в ахуе, не могу ехать. Вообще для твоей тачки, для сухой резины летней, то нахуенный. А я просто плакал, бесит. Мы засейвились, но я из-за тебя что-то сломал. Не коснулся, но сломал то ли рейку, то ли что-то. На вывороте? Да. Вот говно. Козлина ты, Леша. Я ничего не делал. А как так вырвало? Спасибо, Леха. Я ни при чем. Да бля, просто я на максимальном угле уже сейвился, и все, ну, слишком большая напруга. А у меня рулю пизда, братан. Ой, да это не рулю. Стойка сломалась, походу. Ха! У меня, походу, стойка сломалась. У меня, походу, опять сломался шток стойки. Что делать? Все. Пизда-то. Вот такая вот ситуация. Походу, на максимальном вывороте стойка уперлась в усилитель, и из-за какого-то сказочного дерьма что-то сломалось. Ну, короче, вот ему повезло, он мне не должен стойку, хоть он из нашей тусы, как бы. У меня тут шарик снизу сказал: слышь, борщец, давай, до свидания. Я в Сочи менял, по-моему, это шарик какое-то говно, и, в принципе, я не удивлен, что оно развалилось. Но вот беда. Шарик здесь я не поменяю, нам нужен эвакуатор. Эвакуэйшн, эвакуэйшн. Сука, блядь, блогер. Call police to day street race. Мы же на севере города, поэтому я вызвонил Макса Стацуру Street Fighters, чтобы он мне помог. Максик решил мой вопрос. Сейчас поедем к Бобби в сервак. Вот мой кар-такси. Че, цепляемся за елку? У нас тут вот такая вот тележечка. Сейчас это дело поедет наверх. Ой, стой! Оно, короче, колесо уходит внутрь. Мы сейчас ебанем крыло.
Крыло пластиковое. Манипуляция со скейтом. Стой, стой, стой. Оп, зашло. Так, наверное, руль в другую сторону надо чуть-чуть. Блин, как по маслу. Это скейтовые движения. Блин, да? Две подвесочки от скейта. Ну все, с кайфом, малыха, на эвакуаторе. Я доволен. Едем в сайт-слип, что? Люблю, когда приезжают грамотные люди, которые умеют делать свою работу. Спасибо, шериф-эвакуатор. Хоть и не сам, но порядочного эвакуаторщика подогнал. Ну вот мы с вами в 100% на удачном эвакуаторе. Ну тут просто полный лакис. Две подковы делают вещи. Малыха сзади еще светит фарами. Чисто на турботаймере. Очень жаль, что обломило, конечно, шарик. Потому что на улице просто лютая зима, и я бы сейчас поехал в сторону шалаша и дал там посередине. Ёски на четвертый. Ну да ладно. Починим. Все будет круто. Я думаю, уже завтра займусь этим делом. Хоть завтра и воскресенье. Ну да, неважно. Так, вот мы въезжаем на территорию сайт-слип. Тут все, уже включили свет. Ждут нас. Сейчас будем как-то разгружаться сразу в детейлинг или куда-то, чтобы поковырять машину. Завтра можно было тупо на домкрате. Сейчас будем экспериментировать. Нихуя себе, вот так. Вообще, вот это стиль. Просто в детейлинг, может, сразу напидорим ее? Вот это да, а? Бля, еба, нихуя тут такой бокс. Братан, там наверху сам стиль. Бля, нихуя тут вкинули в ремонт. Еба, еба, вот это да. Короче, мы приехали в нужное место. Я думаю, нам здесь будет очень уютно. Короче, сейчас мы ее сюда погрузим. И завтра поменяем шаровую и замутим шашлык Дейли. Чисто комфортный воскресный вечер. Поставили там подпорочку. Завтра буду наматывать шаровую. Разбирать, менять и параллельно шашлычить. Все, до завтра, пацаны. Ну и дамы.